Я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Это была действительно очень сложная, больше 14 часов длился допрос, и мне не давали ни связаться с моими родными, ни близкими. It was my own anti-war decision. Yeah, if I made this decision by myself because I don't like Russia starts this invasion, and it was really terrible.